Приморье. Морские ворота Родины на Дальнем Востоке. Эти кинокадры снимались в канун 1 мая в Находкинском торговом порту. До сих пор грузы обрабатывались в порту от 6 до 10 суток. С вводом в действие автоматизированного комплекса по обработке контейнеров терминала суда отходят от причала на вторые сутки. В 240 портах бросают якоря посланцы мира и дружбы из дальневосточного пароходства.